Да, это чистый. Вот видите, это вообще вот этот участок весь. Весь, конечно, перебирать будем, да. Депутаты-единороссы вместе с председателем Одинцовской общественной организации «Дети войны» Сергеем Лохвоенко проинспектировали ход работ по комплексному благоустройству сквера возле мемориала на улице Маршала Неделина. Делаем благоустройство сквера возле памятника жертвам катастрофы в Чернобыле, а также памятника детям войны. Раскатываем рулонный газон, делаем наружное освещение, архитектурно-художественную подсветку и устройство мощения тротуарной плиткой. Работу планируем закончить до 31 октября. Оборудование, в принципе, все уже пришло, оборудование поставлено, поэтому там задержек никаких быть не должно. Территория возле мемориального комплекса в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также тружениках тыла и детях войны, будет полностью благоустроена совсем скоро. Все замечания, поступившие от депутатов в ходе инспекции, будут учтены. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».